Здорово, на связи Dark Drake. И у нас новая серия Space Heaven. Собственно, у нас немного изменился корабль. Это из-за того, что прошлая моя запись крашнулась в OBS. И мне пришлось начинать все заново. Я слегка оптимизировал корабль. Потому что нам не хватало блоков корпуса. Из-за огромных помещений, которые я тут настроил. Так что пока ужмемся. Естественно, сейчас построим капитанский мостик. Ну, такой небольшой. Уже я построил гипердвигателя. Да. И нам сейчас будет, по идее, хватать массы, чтобы прыгнуть. Почему-то, правда, один не подключился еще. Вот, все. Каждый гипердвигатель позволяет нам нести 800, не знаю, тут тонн, что это, 800, непонятно, в общем. В общем, масса 800. Так и оставим. Так и запишем. И сейчас я хотел еще сделать небольшую капитанскую. Вот как-нибудь вот так даже. Можно и больше, но масса... Давай пока так. Такой точно нам хватит на первое время. Вот, так что мне пришлось переиграть с момента одного из первых сейвов. Ну ничего, продолжаем наше выживание в Space Heaven. Все-таки там впереди далекий космос. Интересное, веселое. То, что я вам пока что показываю, это первое, нудное. Хватит ли нам сейчас блоков? Это вопрос. Но я думаю, хватит. Так. А на операционную панель не нужны блоки корпуса. Хорошо. Нам сейчас по квесту надо операционную панель поставить. И капитанскую переместить. Вот сюда вот. Здесь сделаем иллюминаторы. Будет настоящий командный пункт. Но пока они спят, отдыхают. Они уже не отдыхают. Блоки корпуса тают. Воды и еды нам пока хватает. Кстати, лед у нас не переработан. Так что давайте-ка его переработаем тоже. Воду. Оно нам нужно. Приближается корабль. Что? К нам в систему сюда собирается кто-то прыгать. Что ж, посмотрим. Операционной панели у нас еще нет. Чтоб с ним поговорить. Ну ничего, сейчас построим. И посмотрим, кто такой. Так. Что у нас? Проблема с электроэнергией? Видимо, да. Давай подвинем наш генератор и поставим еще один. Мы же можем себе позволить еще один генератор? Да, вполне даже можем. Ну и давай позволим. Настроим связи. Вот так вот. И ставим второй. Привязываем его сюда. И вот сюда. Хотя вот сюда, наверное, не надо. Ну и чудненько. Тут у нас общая загазованность помещения пошла. Помещение маленькое. Я как-то смотрел через фильтры, но, честно говоря, я что-то забыл. Вот у нас корабль соседний. С которым можно даже поторговать. Ракеты, еда, топливо. Нам вроде пока ничего не надо. А как бы нам оттуда... А, нейтрализатор газов давай поставим. Мы все равно потом расширим эту комнатку. Но пока, наверное, поставим там что-нибудь интересное.
Сюда влезет стабилизатор. Сюда операционную панель перенесем. А, он уже убежал. Все. Полетел обратно, вот сюда. Здесь у нас появились пираты. С пиратами, я думаю, нам пока не стоит встречаться. Потому что все-таки у нас нет ни турелек, ничего. Просто небольшой безобидный корабль. Стабилизатор мы тоже сюда вот переместим. Пусть здесь стоит. Массы нам хватает. А вот здесь электроэнергии точно не хватает, да? А нет, смотри-ка. Тоже покрываем. Из-за вот этого вот щитка. Электроузел, а не щиток. Извиняюсь. И туда нам надо еще свет. Свет у нас здесь. А вот так вот. Чтобы было слегка посветлее. А навигационная панель нам нужна для перемещений в другие системы. Операционная, чтобы разговаривать, связываться с другими кораблями, которые находятся в нашем секторе. Ага, не хватает, кстати. Теперь нам нужна научная лаборатория. Что ж, давай строить научную лабораторию где-нибудь вот тут. А где она у нас? Ну-ка. Объекты установки. Хорошо. И вот сюда ее поставим. Она ведь тоже не требует блоков корпуса. Хорошо. Но если что, сможем еще один построить гипердвигатель. Не знаю, как, конечно, по топливу это все жрать будет. Но возможность такая есть. Че, какие плохие условия? Где, что условия? Так, вот научная лаборатория подъехала. Ну и все, теперь ваш корабль может совершать межзвездные перелеты. Пришла пора отправиться в новый сектор этой звездной системы. Ну и сейчас мы и отправимся. Кстати, а как тут по изучению? Можем изучить ботанику. Что нам и нужно, диваны не очень. Микроткач. Ой-ой. Секционный стол это для разделки инопланетян. Оружейная панель, защитный модуль. Нам даже турельки придется изучать. Скорость изучения. Неплохо. Но я бы начал с рассадников. Нам точно нужна будет еда. Я так предполагаю. Что это такое? Биомасса. Что за плохие условия? Как фильтры включались? Я что-то забыл, честно говоря. Если знаете, подсказывайте. Пираты вроде сбежали. Поэтому давай готовиться к гиперпрыжку. Давай, подготовка. Мы уже все здесь собрали, верно? Да, все перенесли, все собрали. Капитан у нас на мостике. И мы прыгаем вот сюда. Давай, прыжок. Нет? Нет, так не работает.
Ага. И вот мы меняем. Наш сектор. Лавина спит один за капитанским мостиком. Можем выбрать, где нам разместиться. Я думаю, как-нибудь даже вот так. Давай посмотрим сразу на соседей наших. Здесь драгоценные металлы, а здесь ничего нет. Поле астероидов под контролем военного альянса. А мы с ними как? Мы с ними не очень. Так что и полетим, наверное, в другую сторону. Пока заберем лед. Гипертуннель. Ага. Нет, нам предлагают исследовать следующую звездную систему. Гипертуннель у нас будет где-нибудь вот на этой планете. Но мы пока полетаем. Собираем ресурсов. Поизучаем всякое. Нам торопиться некуда. И нам точно нужны будут пушки. Сначала ботаника. Потом мы сразу же пойдем защита. Защитный модуль. И оружейная панель. Генератор щита. Дальше что? Глушитель наводки. Хотя неплохо было бы металлопреобразователь себе сделать, чтобы всякое перерабатывать. Сборочная установка. Блоки корпуса, кстати. Нам и станки нужны, и защита нужна, что только не нужно. Все нужно. Но пока что мы будем сидеть здесь и копать, добывать ресурсы. Ну, просыпаемся. Может, действительно сюда нейтрализатор газов воткнуть? Где он у нас? Он, кстати, будет еще что-то вырабатывать, да? А, здесь, говорит, нормально все. Кислорода здесь нету. Ну, понятно. Там углекислый газ чист. Ладно, оставим пока. Когда расширим, уже будем думать. Чё там, да как там? Вот они поползли добывать ресурсы. Лед, энергию, углерод. А углерод мы переделываем на генераторе, да? Нет, здесь вода нужна. А углерод нам нужен будет тогда, значит, для каких-то крафтов. Да, тут не написано, для чего он. Нет, не написано. На металлопреобразователь. У нас один исследует вовсю. Ну как вовсю? Тебе нет, нормально так исследует. Я бы даже сказал сильно. Здесь сделаем небольшой закуток. Хотя у нас блоков корпуса почти нет. Тогда может вот здесь высадим первые грядочки. Да, вопрос. Сюда пока не полетим. Тут кто-то есть. Разговаривать с ними пока не хочется. Хотя у них можно было бы блоки корпуса купить. Нам не особо есть что продать. Вот в чем дело. А как у нас с температурой? 22, 27. Ну, нормально. А вот они где. Вот они где, фильтры. Водные пары, опасные газы. Вот здесь они.
CO2 вроде как нету. Здесь только нету кислорода. Ну ладно, тут в скафандрах они заходят. Комфорт. Ну такое. Комфорта мало. Так. А вот и изучились у нас. Рассаднички. Куда мы дальше пойдем? Генератор углекислого газа. Что-то я не понял, как это работает, компостник. Волокна, видимо, добывать будем. Я бы металлопреобразователь хотел. Серьезно. Хочется и оружейную, но они как-то долго все это будет. Так что давай сначала вот металлопреобразователь. И посмотрим, что это у нас за рассадники такие. Ага. Что мясо выращивать? Может, поставим пока вот здесь вот парочку? Что на них надо-то? Вроде ничего особенного. Вот так вот. И можно будет еще вот так поставить. На первое время. Потом, естественно, мы сделаем отдельную комнату для них. Когда решим проблему с блоками корпуса. Здесь им вроде не так уж и плохо будет. И не мешают они никому. А расти они здесь будут. Давай фрукты посадим. А, тут два участка получается. А на второй участок, ну, тоже фрукты посадим. На этот посадим овы, корнеплоды. Можно еще одну под орехи. Можно еще как-нибудь впихнуть? Да, можно вот так вот впихнуть. Интересно, а свет у них свой или им надо... Давай здесь свет воткнем на всякий случай. Инфоблоков. А, у нас их больше нет. Ага. Ну тогда и не надо. Когда сейчас пойдем искать разрушенный корабль. С него уже наберем инфоблоков. Что у нас в соседнем секторе? А, там тоже только ресурсы. Неприятно. Кораблей там нет разрушенных. Ну, жалко. А хотелось бы. А смотри-ка, у нас лом, видимо, есть. Потому что один они все-таки произвели. А сколько надо на... Еще один рассадник. Три. На этот два, на маленький. Не, это много. Автомат, что надо? Кстати, как вариант, тоже его поставить. И пусть кто хочет питается здесь, кто хочет питается у автомата. Остался последний углерод. А. Генератор углекислого газа. А так у них здесь оптимальный уровень. Ничего не понимаю. В общем, все хорошо, они растут. Остальное не важно. Пускай растут. Интересно, сколько еще мы на прыжок тратим. Я что-то забыл посмотреть. А, еще лед здесь остался. Да.
Вода нам тоже очень нужна. Без нее никуда. Без нее у нас не будет кислорода. Так что в идеале растеницам надо свой закуток. Еще и с генератором углекислого газа. В общем, займемся. Думаю, займемся. Все. Больше у нас ресурсов нету, поэтому давай готовиться к гиперпрыжку. Так, подготовились и... А, нет, прыжок. Ну, давай вот сюда. Вот и разрушенный корабль. А здесь лед. Просто ресурсы. Я думаю, мы сразу сюда прыгнем. Здесь как-то поинтересней. Здесь кто-то есть. Ага, летит к нам корабль военного альянса. Но я думаю, они нам не особо враги. Нас по большей части интересует разрушенный корабль. А, тут их даже два. Ого. Давай тогда здесь разместимся. Он еще и большой один. Смотри-ка. Один большой, один такой маленький. Здесь есть химическое сырье. Нужно ли оно нам сейчас? Ну, в любом случае заберем. Металл и сырье, все это мы забираем. По дороге будем все пылесосить. Тем более одно хранилище у нас почти пустое. Так что почему бы и не забрать? Если что, построим еще хранилище. Через 7 часов появится корабль. Какие там у вас плохие условия? Что не так? Мы попробуем с ними связаться. Поговорить, может улучшить отношения. Может, нам в этом даже повезет. А так еще полазим по кораблям. Ну где ты там? Через сколько ты будешь? Через 4 часа? Ладно, подождем. Что, у нас еще и в шаттле что-то есть? Ну, что-то было. Пока они лед перерабатывают в воду. Пускай. Что там с нашим исследованием? Ну, такое. Старается, конечно. Где плохие условия? Что случилось? Так, корабль вошел. Приближается еще один корабль. А что приближается? Ага, второй. Как нам связаться с ним? Давай посмотрим. Вот корабль. Можно с ним поторговать. Справа наша. То, что у нас есть. Или нет? Подожди. У нас этого нету. То, что он предлагает, значит. А это то, что он хочет. У нас есть биомасса лишняя. И щебень есть. Вроде был. Уже нету. Ладно. Что он нам предлагает? Может, блоки корпуса? Нет, у него их нету. Внутривенная жидкость для пациентов. Даже не знаю. Ну, вроде нам ничего не надо. А если просто с ними связаться?
поговорить, что будет. Переговоры? Ага, ясно. Предложить обмен. Может, попробуем им все-таки что-нибудь продать? Например, немного волокна. А, доступно 0. А, вот оно еще. Вот оно как работает. Если мы им 5 волокна, они нам... Хренась у них цены на еду. Давай просто вот так вот. Повысится ли наше отношение с ними? За любую торговлю. У них даже пушки есть. Это раз пушечка. И вот у них генератор щита. У нас таких штук, конечно же, нету. Ну, пока что я имею в виду. Потом появится. Сейчас войдет еще один корабль. Но эти переговоры вместе с исследованием двух заброшенных кораблей мы оставим на следующую серию. А на этом всем большое спасибо за просмотр. И до встречи. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning.